Пожалуйста, как вы готовите ребенка своего к новому учебному году и сколько планируете потратить или уже потратили из семейной копилки на расходы к новому учебному году? Так, мы только планируем еще потратить, еще не знаем пока сколько приблизительно. Ну, думаю, не так много. Конечно, извиняюсь, есть такой анекдот. Чем старше ребенок, тем меньше на него затрат. Потому что он сказал, ну, это может быть не для... Мама, пол карандаша у меня осталось с прошлого года, а ручку я в классе найду. Ну, это, конечно, отступление, а так... Сейчас учебники покупать не надо, в школе выдают тетради на каждый предмет по одной вообще. Но я думаю, что мы немного потратим. В школе требуется форма обязательно только белые рубашечки, это очень удобно даже. Две рубашки, брюки, портфель, канцтовары. Итого? Ну, планируем около 5 потратить. Когда придете выбирать? Форму? Идем выбирать форму. А ребенок в каком классе учится? В 6-й перешел. То есть у вас уже смета составлена? Ну да, по ориентировочно по прошлому году, да. С папой согласовано? Да. И представьте, пожалуйста, как вас зовут и вас? Мартыненко Татьяна. И Мартыненко Антон. Антон, в каком классе ты учишься и насколько тебе интересно учиться? Скучаешь ли ты по школе?